Сегодня второй день пребывания моего в Красноярске дома. Я сходила сейчас на почту, получила посылочку из Зачинска. Галина, привет! Сейчас я ее распакую, приду и начну сочинять для вас украшения. Что получится, обязательно покажу. У нас тепло и тихо. Пасмурно. Посмотрите, какая погода. Чистенько, тихо, не жарко. Я так отвыкла от спокойной погоды. Вечная жара, пекло. Но зато нет моря. Это не очень хорошо. Ну ничего, отдохнем, денежек заработаем и обязательно куда-нибудь опять поедем. Правда же? А для чего нам деньги? Чтобы их тратить. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Я только что пришла с почты. Получила посылочку из Ачинска от моей клиентки. Вот что она прислала мне. То есть моя задача переделать из вот этих бусин, сделать наборы. Ну вот почему их нужно переделать? Ну, во-первых, это вот бусины сердолика. Они нанизаны на розовую нитку. Просто розовая нитка вот такая вот с узлами. Ну, согласитесь, выглядит непрезентабельно. И сразу из этих бус выделяется вот эта вот одна бусина. Она вот совсем другая. Видите, какая она толстая. Вот эти бусинки все плоские, тоненькие. А вот эта, она прямо вот такая жирненькая, как будто не из этой оперы. Мы ее снимем и пустим ее на браслетик. То есть это будет у нас, я думаю, серединка браслетика. И с другого края бус нанизаны вот такие вот две плоских квадратных бусины. Вот видите, как они отличаются? Вот эти прямоугольники все, они разные по цвету, но по форме они примерно одинаковые. А вот с одного края вот этот вот почти бочонок, а с другого края два вот таких вот обрезка квадратика. Вот их нам надо снять и... Хотя вот эти две бусины, их можно разделить и пустить на, по краям бус. Вот так я и сделаю, да. Ну, в общем, я сейчас вам показываю, что у меня есть. Вот, просто на нитке с узелками бусины. Бусины очень хорошие, прямо очень хорошие. Я думаю, из них можно будет сочинить шикарный комплект. Прям приятный. Как я люблю сердолик. Его в руках даже держать приятно. И вот эти бусы, они никогда не были бусами. Это просто собраны на леску камешки. То есть это камешки для изготовления украшений. Вот они, видите, как узлом повязаны. То есть они куплены вот специально, чтобы переделать из них, что-то сделать. Камешки тоже очень приятные. Галтовочка отшлифованная, такая разноцветная, яркая. В общем, вот из этих разных бусин я буду составлять комплект. Что у меня получится, я вам обязательно покажу. Так. И еще вот такие бусины аметиста. Это тоже не бусы. Это набор бусин. То есть, видите, у них даже застежки нет. Они на нитке. На нитку собраны. Круглые бусины. Диаметр шарика примерно 9 миллиметров. Такие не мелкие и не крупные. Хороший размерчик. И
Вот такие бусины, видите, они как бобы. Аметист. Тоже на нитку просто собраны. И буду из них тоже какой-то красивенький комплект составлять. Они по цвету разные. Эти более темные, а это светлые. Я думаю, они очень хорошо будут вместе сочетаться. Тоже из них нам нужно сделать комплект. Все, время у меня есть. Немного, правда, потому что уезжаю к маме. Мне нужно успеть до этого времени сочинить. Поэтому сажусь и буду делать и днем, и ночью, пока не закончу. Так, приступим. Ой, гром грохочет. Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Ой-ой-ой-ой, как все потемнело. Наверное, будет ливень. Ой, ой, как сверкнуло-то, страшно. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас грохнет. Такой прохладой сразу повеяло. Только что была на улице, было тихо-тихо, не ветерочка. И сейчас вон ветер поднялся, гонит тучи. Ой! Ой, опять сверкануло! Прямо на меня сверкануло! Аппарат не выронить. Может, ветер поднимется, прогонит все. Хотя пусть бы дождичек сбрызнул. Пока меня не было уже. Ой. Пока меня не было, уже заляпались окна с той стороны. Мухи полюбили мои окна. Ой, какие тучи, тучки небесные, вечные странники. Да, оттуда гонит. Оттуда гонит, оттуда. Будет, наверное, весело. Что-то котейка мой на балкон не выходит со мной. Боится грома, что ли? Ой, опять сверкануло. Опять сверкануло. Все, солнечная погодка закончилась, турецкая. Приехали в Красноярск. Теперь то жара, то холод, то дождь, то снег, то град. А как же? Чтоб не скучали, исцелят нас небеса. Дождик слушаешь, да? Ты дождик пришел послушать, да? Лютик, ты что такую рожу-то сделал? Неумную. Ну-ка, ну-ка соберись. Соберись, покажи интеллект в глазах. Лютичка, Лютичка моя не отходит от меня, сегодня спал со мной всю ночь в обнимочку. Наскучался мой золотой, наскучался. Сладенький мой мальчик, сладенький мой мальчик, сладенький, присладенький такой. Что не так? Ой. Ой, пошел. Ой, как страшно гремит, да? Ух, поливает. Меня манит, меня манит. Я ее встречаю.
встретил и замер. Меня манили ее руки. До скорой встречи глазами. О, мама, мама, я схожу с ума. Вот там кто-то без зонта-то. Ой-ой-ой, попалась. Вот такая у нас переменчивая погода. Выходишь, жарище, солнечно. Через 2 часа, оп, все поменялось, а вы без зонта и без шубы. Ой-ой-ой, поливает. Мне нравится такой. Ой, вот это мы засняли, какой кадр. Лиза у меня любит дождливую погоду, очень любит. Особенно, когда дома надо сидеть, никуда не надо идти. Когда на улице не погода, а нам уютно и тепло, еще и весело. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без ума. Ее улыбка, мама. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без ума. Отчего для нас светло от того, что ты идешь по переулку. Ой, какой зонтик красивый. Ой, ой-ой-ой-ой, какой красивый зонтик. От того, что ты идешь по переулку. Снегопад, 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 дно прошел. Снова гости к нам, весна опять вернулась. Бедняжка, беги быстрее, беги, беги, беги. Ты мне просто улыбнулась. Отчего, отчего, отчего мне так зло? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди, погляди на небо свой, как сверкает он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет от того, что кто-то любит гармониста? Отчего, отчего, отчего гармонь поет от того, что кто-то любит гармониста? Ой, как красиво! Ух, как громко! Свежесть прямо озоном пахнет. Машинки надрываются. Я вышла на балкон, чтобы показать украшения, потому что на улице гроза, и в квартире стало очень темно, прям темень. Но здесь чуть посветлее. Гроза прямо уже вот такая затяжная гроза.
покажу вам, какая у нас гроза. Па-па-па, погода злится. Па-па-па, гроза грозится. Вышел, вышел тут же. Тут же вышел на проверку. Па-па-па, гроза грозится. Как говорится, будь в беде. Но смелое сердце врага не боится. Но смелое сердце врага не боится. Па-па-па-па-па-па-па. И друга не бросит в беде. Так, все. Отвлеклись. Украшения из аметиста. Я добавила овальных вот таких бусин челноков с подвеской. Такие уже... Такое украшение я уже делала. Но повторилась, потому что клиент новый, и такого у нее украшения нет. А бусинки самые, что ни на есть, подходящие. В общем, вот такое аметистовое колье. И вот такой браслетик. Челнок посредине. И здесь вот такие вот бусинки овальные. Вот, мне кажется, очень хорошо получилось. Прям нарядненько так. Миленько и свежо. Только темно почему-то на балконе. И дождь шумит. Так, следующее аметистовое украшение. Вот такой, это более классический вариант. Бусин была одна нитка, но надо было сделать комплект. Поэтому что делаем? Ставим дугу ажурную, красивую. Это украшение нашего колье, не только камешки его будут украшать, но и такая же ажурная, как дуга, только бусина. Видите, как они похожи. И все, и нам бусин хватило на браслет и на бусики. Вот так. Следующее украшение. Помните, я показывала, это была нитка сердоликовой крошки. Что из нее сделала? Я из нее сделала вот такой жгут густой и продлила его кокосовыми чипсами. Стильное. Мне вообще нравится вот такая вот модель. Стильное украшение получилось. И точно такой же браслетик. Замочки мне вот эти нравятся, гладенькие, такие удобные, они легко застегиваются. Вот такое сердоликовое украшение. А град не хочет пойти? Нет? Кажется, он уже летит. Да, мне кажется, это град. Просто тает быстро, потому что на улице тепло. Или это крупные капли, капли такие дождя. Ух! Ух! Котик, тебе страшно? Тебе страшно? А? Тебе страшно одному находиться дома? Ой, машина вот. Сосед ремонт перестал делать. Где он там? Дерево. Потеряла. Вышел на балкон. О, град. Точно град. Вон. Ух! Как рис. Ух, отскакивает. Ух-ух-ух. Вот это да. И солнце, главное, светит. Да, град защелкал. Он уже валяется на дорогах. Все дороги залило. Вот это да. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам стекла не повыбивает.
А? Там стекла не повыбивается? Открыть? Как вы думаете? Не открывается. Ой, какой ветрище. Крадина вот залетела. Смотрите, какая. Классно! Классно! А кому-то не классно, представляете? Вот такой вот по спине пощелкает град такой. Ну ладно, уже успокаивайся, достаточно. Все, хватит. Остановись. Все, все, тише, 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 тише. Давай, тихо. Угомонись. Все, успокойся. Ну ты меня не слышишь, что ли? Давай, все. Все, тихо, 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 хватит. Все. Побушевал, все. Промочил, все. Вот, молодец, услышал меня. Видишь, как? Видишь, какой ты молодец. Да. Молодец, услышал меня. Ох, окна помыла, как у нас, да, Петька? Чистенькие окошечки, протереть только осталось. Да, протереть только осталось окошечки. Все, смотри, как тихо сразу стало. Все, давай дальше сниматься. Жгут из сердоликовых мелких камешков и кокосовые бусинки, такие вот таблеточки кокосовые, плоские. Очень мне нравится этот комплект. Такой же браслет. Сейчас я вам покажу, как он на руке. Он не великоват, потому что сделала я его не на себя. Он вот так вот смотрится. Жить классно. Ну, супер, супер, супер. Все. Убираем. И последний комплект. Бусинки шикарные. Просто шикарные. Посмотрите, плоские бусинки. Это были бусы. Как вы помните, на нитке розовой с узелками. Я это все расстригла, разобрала. Сделала разделители. Вот такие сердоликовые мелкие бусинки и шарики серебристые. И у меня еще осталось 3 бусины. Вот такие бусины, которые отличались от общего, от общей массы. Одна была вот такая толстенькая, а две просто как квадратики. И я решила, что из них можно сделать браслет. Убрала их из бус и добавила сердоликовых бусин шариков таких. Все, посмотрите, какой шикарный получился комплектик. Сейчас покажу вот этот браслетик на руке. Замочек маленький, вот такой вот сердечко красивый. Смотрите, как на руке смотрится шикарно. Ну разве не прелесть? Такая симметрия получилась. У нас легкая, один камешек темный, а один такой рыжий. И посередине молочно-рыжий. Вот и все. Комплект. 4 комплекта получилось из того, что мы имели. И завтра утром это все богатство отправится в Ачинск. Галочка, встречайте.
Эта вся красота теперь ваша. Носите с удовольствием, наряжайтесь, радуйтесь. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.